Каспийский краеведческий музей и ОНО «Дагестан Медиа» объявили о начале приема заявок на фотоконкурс, который приурочен к вековому юбилею великого поэта Дагестана Расула Гамзатова. Участие в нем может принять абсолютно любой желающий от 10 лет, независимо от места проживания. Работы будут разделены на несколько номинаций. «Мой Дагестан», где участникам нужно будет показать ландшафты и архитектуру региона. «Мой город» – это сельские и городские пейзажи. В разделе «Мои дагестанцы» будут оцениваться портреты и жанровое фото. «Мой праздник» – это о событиях в муниципалитетах республики, а также категория «Моя история». В этих работах участники должны будут показать исторические события в период с 1932 по июнь 2023 годов. Заявки принимаются до 30 июля на электронную почту art.territoria@sobakamail.ru. Победители получат дипломы и памятные подарки. 22 октября будут подведены итоги конкурса, после чего состоится фотовыставка «Территория творчества».